Ночью 4 октября обвиняемый узнал от сожительницы, что один из ее знакомых пытался добиться от нее близости, но получил отказ. Он решил незамедлительно разобраться в этой ситуации, приехал домой к потерпевшему на улицу Леволыбецкую, дом 17, где собирался все выяснить в процессе разговора. Но беседа переросла в драку, в процессе которой обвиняемый ударил своего собеседника несколько раз ножом, который впоследствии выкинул. Свидетелями данного происшествия стали жители близлежащих домов. Когда у них происходила драка, соседи из домов слышали шум, вызвали полицию. Плюс наш потерпевший успел сам самостоятельно вызвать скорую помощь. И как бы по истечении обстоятельств все быстро приехали, отреагировали и ситуацию это все узнали. После приезда сотрудников правоохранительных органов обвиняемый пытался скрыться с места преступления, но был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе следствия задержанному было предъявлено обвинение. По статье, часть 3, статьи 30, часть 1, статьи 105, это покушение на убийство. В настоящее время уголовное расследование по делу завершено. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. В последующем уголовное дело будет передано в суд. После трехнедельного лечения потерпевший сумел полностью восстановить свое здоровье, и сейчас его жизни ничто не угрожает. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 11 лет. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».